Самый узнаваемый символ Франции, Эйфелеву башню, временно закрыли для посетителей из-за забастовки. Сотрудники знаменитой достопримечательности требуют повысить финансирование и обвиняют местную мэрию в заниженном бюджете. Мол, это может отразиться на некачественном техническом обслуживании и повестке к разным последствиям. Например, снижению числа посетителей. Напомню, Эйфелева башня – один из самых посещаемых памятников мира. Ежегодно она принимает почти 6 миллионов туристов и приносит в городскую казну 400 тысяч евро в месяц. Определенно это разочаровывает. Наш план состоял в том, чтобы прийти сюда рано утром и поскорее купить билет. А тут такие новости. Началась забастовка, и непонятно, когда мы попадем на экскурсию. Это настоящий позор для Парижа, потому что мы приехали всего на 3 дня, и вряд ли теперь успеем посетить Эйфелеву башню.